Ребята, всем привет, это канал Акстаре. Прямо сейчас я иду покупать две гитары, и они достанутся тем, кто сможет повторить то, что я играю. Это видео будет очень крутым, и, кстати, это новый формат. Обязательно ставьте лайк, если вы хотите новый формат на канале, а не новичка. А сейчас присаживайтесь подобнее, и погнали. В общем, на гитарах не было крепления для ремня, поэтому нам прямо сейчас установят сюда крепление для ремня дополнительно. Также нам нужны чехлы для гитар, поэтому берем два чехла. Ребята, правила у нас очень простые. Будет два раунда. Если человек проходит и повторяет мелодию первого раунда, он получает 1000 рублей, либо возможность участвовать дальше. Если человек выбирает второй раунд, 1000 рублей сгорает. Но во втором раунде будет мелодия чуть посложнее. И если он сможет ее повторить, он забирает гитару. Но люди не будут знать о том, что они могут выиграть гитару. И в этом самый кайф. Привет, а не хотите попробовать? Что? Нужно повторить мелодию и получить приз. Давай. Просто кузнечик. Так еще сможешь показать, где здесь? Я могу пятый лад. Пятый лад. Здесь, да? Три попытки у тебя. Три попытки? Да. Да, смотри. Ты, в общем, выиграл 1000 рублей. Но я предлагаю тебе второй раунд, там приз получше. Но тогда 1000 рублей сгорит. Так а какая песня следующая? Это если я только соглашусь, да? Ну, да. Сейчас 1000 рублей? Да. Не, ну второй раунд, там тоже простая мелодия, но там приз лучше. Прям. На сколько лучше? Ну, прям лучше. Ну, давай, ладно, один раз ждем. Нужно сыграть Гарри Поттера. Ого. Давай, первая попытка. Давай, подскажу. Начинается со второй открытой струны. Подсказывать нельзя. Кое-что пропустил. Давай, последняя попытка. Было неправильно. Что так. Я пропустил, я забыл, что я пропустил. Так, раз, два. Я не помню. Так. Говорила 3000. Да ладно, ну что, один раз живет. Смотри, ты пропустил одну первую открытую струну. То есть смотри, ты играл вот так вот. Надо было... Там надо было поменять эту? Там нужно было одну открытую первую струну сыграть. Я тебе говорила. Вот, а приз лучше не говори, да, чтобы не обижаюсь. А что было? Ну, гитару бы эту дорогую забрал. И с чехлом, да. Чуть-чуть повезло. Ладно, спасибо за участие. В следующий раз повезет. 8 лет играете, по-моему? 11 уже почти. А не хотите поучаствовать? Смотри, первое нужно... Повторить нужно. А за гитара есть? Стой. А я на электро играю, не на акустике. То есть есть гитара? Супер. Смотри, ты выиграл 1000 рублей. Предлагаю тебе поучаствовать во втором раунде.
но 1000 рублей сгорает. Но во втором раунде приз лучше. А что там? А я вот не скажу пока. А ты тоже играешь? Да. А если откажусь, то что будет? То 1000 рублей заберешь. А во втором раунде что будет? Вот приз получше. Не буду говорить какой. А если я не смогу сыграть? Да, попробуй. А там, ну как, аккордами тоже? А ты вот сейчас посмотришь. Ну давайте. Нужно сыграть мелодию. Попытки. Так. Так, вторая попытка. Все, смотри, давай вторую попытку. Да сейчас подберешь. Ну ладно. Последняя попытка. Я не помню, что там дальше. А я на слух так не подберу на последнюю попытку. Да. Было близко. Нужно было... Не. Ну смотри, приз за этот раунд была эта гитара. Да, но у тебя все равно есть, так что чего расстраиваться? Чужая. Блин, ну вот просто против правил я не могу пойти. Давай супер игру. А что там? Давай так, я сейчас тебе сыграю другую мелодию, и у тебя будет одна попытка, чтобы ее повторить. Давай. И если получится, то гитара твоя. Играю ее два раза мелодию. Просто будет нечестно, если я дам больше попыток, потому что у всех одинаковые условия. Да я поняла, нужно было отказаться. Взять 1000? Ну да. Ну так. Хотя бы что-то. А ты сейчас расстроишься вообще. Все, ладно, давай. Начинается попытка. Я уже забыла. Я... Могу вам сказать, начинается со второй открытой струны. Нет. Ну ладно. Не расстраивайся, ничего, в следующий раз повезет. Очень хотелось отдать гитару этой девочке, она была такая добрая. Но, к сожалению, все должны быть в равных условиях, поэтому я не мог дать больше шансов, иначе было бы нечестно по отношению к другим людям. Ребят, уже спрашивали. Извиняюсь, простите. Что это было? Я подумал, что я их спрашивал уже. А потом понял, что нет. И потом они смотрели как на дебила. О, боже, как стыдно. А в TeamBro вышло новое обновление. Напомню, TeamBro — это приложение, где ты можешь научиться играть на чем? Правильно, на гитаре. Балбес. Короче, ты в TeamBro можешь научиться прямо на своей гитаре, и сейчас я об этом расскажу. TeamBro считывает ноты с микрофона и показывает, где конкретно ты ошибаешься. А в новом обновлении у TeamBro появилась виртуальная гитара, то есть даже не обязательно иметь свою гитару дома, чтобы начать отрабатывать аккорды. Просто скачиваем приложение и выбираем виртуальная гитара, либо настоящая. В чем фишка TeamBro? Она самостоятельно распознает твой уровень игры и подстраивает сложность упражнений под тебя. То есть, если ты новичок, то и упражнения на отработку гам и аккордов будут простые. Но также в TeamBro появилось два интересных направления. Это отработка нот на грифе и отработка музыкального слуха. То есть, если в первом вы научитесь просто быстро находить ноты на грифе, то во втором вы научитесь их слышать и различать. Короче, TeamBro — это твой маленький карманный помощник в обучении, а теперь еще и с виртуальной гитарой. Обязательно скачивай по ссылочке в описании и учись играть и совершенствуйся. Ребят, не хотите поучаствовать? Нужно повторить мелодию и получить приз. Не сможем, наверное, повторить. Ну смотрите, легкая. И все. Давай. Так, ремень лучше надеть за голову.
Ага. Одевать? Да-да-да. Так, нет, руку туда просовывать. Вот так, все, да. Давай, три попытки. Первая попытка. Нет. Не, вторая попытка. Нет. Нет. И третья попытка. Ты где это было? Здесь? На первой. На первой струне. Но, к сожалению. Ну вот, снимаем. Не хочешь поучаствовать? Нужно повторить мелодию, получить приз. Попробовать. Повторить? Да, за мной. Легкая. Блин, я гитару держал последний раз лет 15. Да, тут многие не пробуют, точнее, многие не играют, но побеждают. Просто кузнечика. Попробуешь? Блин, ну да, попробуем. Но не уверен. Сейчас, я можно подключить? Три попытки. Три попытки. А, три попытки? Я пока отвернусь. Вот это поворот! Ну, было. Было. Ты выиграл 1000 рублей. Предлагаю тебе вот что. Попробовать второй этап. Сыграть мелодию чуть посложнее. И получишь более хороший приз. Но если не выиграешь, то 1000 рублей сгорает. Давай, попробуй. Окей. Я сразу могу сказать, что я не сыграю. Ну, даже не попробуешь. Я могу повторить. Давай еще разок. Но повторить нужно с одной попытки. Что я и не сделаю, да, сейчас? Ну, да. Ну, так, подожди. Пятого, да, был? А вот я повторял. Но могу сказать, что начинается со второй открытой струны. Да это я заметил по руке. Да-да-да. Ну вот, Жень. Правила просто для всех одни, я бы мог, но... Так, спасибо большое за участие. Да, спасибо, я... что смотришь, да, если удачи. Смотришь. Спасибо. В общем и целом мы поняли, что для второго этапа одна попытка — это слишком сложно, поэтому также будет три попытки для второго этапа, чтобы хоть кто-нибудь смог сыграть Гарри Поттера. Надеюсь, мы найдем этого человека. Ребята, сейчас музыкальная пауза. Привет. Говорят, тут конкурс какой-то. Да, нужно повторить мелодию. Ага. Но она будет легкая. Ага. Вот, если повторишь, получишь приз. Ага. А, ну это легкая. Ладно, я шучу. Я шучу. Смотри, нужно повторить кузнечика. Ага.
тебя будет 3 попытки. Повторяешь, получаешь приз. Да, супер. Давай дальше. Ты сейчас выиграл 1000 рублей. Ага. Но предлагаю тебе второй раунд. Лёх, нет. И там более хороший приз. Получается, у тебя будет 3 попытки также, но 1000 рублей сгорает, если ты выбираешь второй раунд. Ну давай играть, так играй. Погнали. Сейчас нам одну минутку. Молодой человек, на секунду можно вас? Да. Я тебя знаю, здравствуй. Привет. Пойдем. Сейчас, подожди тут. Господа, секунду. Да? Я в ТикТоке на тебя подписан. Ты красава. Спасибо большое. Здесь, короче, смотри, тема такая, что как бы, ну, нельзя, чтобы велась видеосъемка, чтобы меня... Я здесь старшей смены. Понял. Меня Борис зовут. У меня, короче, там телефон. Вот, я смотрю все твои. Ты вообще красава. Спасибо большое. А можно 30 секунд нам, и мы уходим? Давай, быстренько. Да. И на набережную. Хорошо, спасибо. Так, продолжим. Второй раунд. Гарри Поттер. Попробуешь? Ага. Ну давай попробуем. Также 3 попытки. Лёха! Все. Понял. Ну, короче, смотри, какое дело. На самом деле мы... Ну, приз 3000 рублей за второй раунд. Но мы не ожидали, что кто-то выиграет, поэтому, короче, давай скажешь, что ты, мы тебе дали, но мы не будем давать. А ты еще хотел? Ты еще? Ладно, на самом деле я шучу, ты победил эту гитару. Да ты гонишь. Да, серьезно. Еще бы. Серьезно. Да, все, гитара твоя. Серьезно? Не, без гон? Да. И чехол еще в подарок. Все, это твоя гитара, поздравляю, ты победил. Спасибо. Все, поздравляю. Учись играть дальше и совершенствуйся, и все будет круто. Чехол. Спасибо. Все, ладно, мы пойдем тогда. Я подпишусь. Обязательно. Все, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Ну ты... Это был пранк? Нет. Но ты рад, ты рад, что... Ладно. Так бывает? Ну, вот так вот, да. Спасибо. Все, поздравляю еще раз. Спасибо большое. Короче, смотрите. Нужно сыграть кузнечика, получить приз. Кто будет? Попробуй. Паша. Давай. 3 попытки. Нет, стоп. А как же он играется? Вторая попытка. Шикарно. Смотри, все, уже выиграл. Я тебе еще предлагаю. Смотри, ты выиграл 1000 рублей, да? Я тебе предлагаю либо второй раунд, но тогда 1000 рублей сгорает. Либо... Это окупит все, что я сегодня потратил. Почти никто еще не выбирал 1000, все хотят рискнуть. Ладно, спасибо. А дальше что было? Если бы второй раунд прошел, там бы приз гитара была. А во втором раунде нужно сыграть так. Ладно. Спасибо, пока. Спасибо, давай, пойдем. Да не, я шучу, на самом деле там посложнее было бы. Блин. Беднею, беднею. Надо давить на второй раунд побольше. Нужно повторить мелодию. Точнее, повторить за мной и получить приз. О, это сложно будет. Но я сам на гитаре, но фингерстайлом не занимался. Не, не фингерстайл. А, просто? Ну давай. Смотри, первое. Просто типа на аккордах, что ли, имеешь? Это первое, да. А можно без медиатора или с медиатором только? А у меня, я же ногтями. А, ты же ногтями. Ну точнее, можно рукой, медиатор же. Просто в таком же ритме те же аккорды. Так, как там было, у тебя восьмерка типа? Нет. Типа того? Ну ладно, это я думаю можно засчитать. Но вообще ритм был... Ладно, смотри, ты
прошел первый раунд, повторишь второй раунд, получишь приз. Точнее, ты сейчас выиграл 1000 рублей, но если ты выбираешь второй раунд, то 1000 рублей сгорает. Понял. Ну давай лучше 1000 заберу. Серьезно? Не попробуешь второй? Ну давай, ладно, давай, давай честно стало. Давай. Нужно повторить мелодию. Блин, нет, я, наверное, не смогу. Могу еще раз повторить? Ну давай, давай. Ну давай попробуем это, давай. Три попыточки. Так, сначала первая, вторая, да? А вот все, я не подсказываю. Давай, Егор, мы верим в тебя. Так, первая попытка была уже. Давай, не торопись. Все, вторая попытка. Так. Блин, я не помню. Блин, я не помню. Давай. Я не помню. Давай, третья, попробуй. А вдруг получится? Там уже неправильно, да. Блин. Ну ладно, если бы ты повторил, ты бы взял эту гитару себе. Блин! Забрал эту гитару. Классно, это было приятно участвовать. Да ладно, спасибо за участие. Давай. Парни. Блин, это вообще просто шкаф. А что, я минус 2? Короче, мне пришла в голову одна идея. Поучаствовать у нас может каждый. Поэтому я предложил, Андрей, попробовать тебе. Нет? Да. Я не сыграю. Давай. Да что ты не сыграешь? Ты же умеешь играть. Что? Ты умеешь играть. Окей, первый раунд будет легкий. Я смотри. Не сыграю. Ты умеешь аккорды? Что? Ну, аккорды я сыграю. Ну ладно, смотри. Давай. Так как Андрей немного умеет, поэтому ему чуть посложнее. Чуть посложнее. Готовы? Ага, я понял. Первая попытка есть. Стой. Окей, ладно, это считается. Как удобно играть на гитаре, которая висит. Да. Так, ну и смотри, второй раунд. Что вообще, кстати, во-первых, 1000 рублей забираешь или пробуешь дальше? А я знаю, что дальше. А ты не знаешь, что я для тебя подготовил? Нет, давай дальше, пофиг. Я сейчас сольюсь, потому что он сейчас сыграет меня. Нет, я специально для тебя разобрал то, что ты вроде и можешь. Я уже вижу эту опасность. Ну смотри, это просто. Я сыграю еще раз. За песню. The Last of Us. Главная тема. Просто запомни лады. Давай. Ну, у тебя есть 3 попытки, ты можешь... Я просто видел, что вначале ты дергаешь 2 струны. Не-не-не, одну, все по одной. И не 2 струны? Не-не-не. А, я уже забыл, откуда начинать. Ага. У меня плохая память.
Ну, примерно так. Я понял, надо куда-то сюда, но я не запомню. Ну, к сожалению, да, но скажи, что все было честно. Да, честно, но сложно. Просто мне казалось, что здесь очень легко, потому что здесь по факту на одной струне мелодия идет четко, но... Поздравляю тебя с участием, спасибо. Пойду снимать. Конечно, давай. Смотри, повторить надо мелодию ага. и получить приз, собственно. Первая мелодия, точнее, нужно сначала аккордами повторить. Давай. Сейчас я не сделаю. Ритм помнишь? Да. Блин. Да. Супер. И, короче, второй раунд, либо 1000 рублей. Если второй раунд, 1000 рублей сгорает. Но второй раунд, приз хороший. Ну, давай. Нужно повторить мелодию. Дальше. И еще раз могу. Ой, так, аккуратненько. Да. В общем, наш приз за второй раунд — это коробка конфеток. Ага. Вот, сейчас мы сходим за ней. Ага. Ладно, я шучу, на самом деле, в приз это у нас гитара. И ты, да, заберешь гитару. Офигеть! Вот. Серьезно, да? Да-да-да. Ну, ты повторила? Ой, повторила. Ну, да. Собственно, чехол и чехол от гитары. Все, это гитара твоя. Да, только поздравляю. Спасибо. Сейчас я такой ремень забираю, у меня, к сожалению, один. Вот. Учись, значит, совершенствуйся и не забрасывай ни в коем случае. Это я вот единственное, что попрошу. Вот. Все. Чехол. Спасибо. И еще раз поздравляю. Спасибо. Пока. Пока. А, да. Пока. Спасибо еще раз. Конечно. На этом видео подошло к концу. Обязательно ставь лайк, если ты хочешь видеть новые форматы, потому что мне нравится снимать новые форматы. Мне не нравится снимать новичка, который заходит лучше, чем все остальные видео. И я очень благодарен, если ты подписан на канал, если ты поставил лайк и написал что-нибудь в комментариях, неважно что. Спасибо. Всем пока. Дайте!